Топ-10 пляжей мира вас приветствует канал «Влюбленные в путешествия». Любители пляжного отдыха ценят в нем совершенно разные вещи. Одним важна бурная ночная жизнь и развлечения, другим, напротив, уединение и спокойствие, а третьим – красота окружающей природы. В каждой из пляжных номинаций можно определить победителя. Мы составили топ-10 самых-самых пляжей мира. Итак, 10-е место принадлежит самому дикому пляжу – Вакайя, Фиджи. Остров Вакайя на Фиджи, затерявшийся в тропических зарослях и голубых прозрачных лагунах, одно из немногих райских мест на Земле, не тронутых еще человеческой цивилизацией. На Вакайе растут деревья гуавы и круглый год цветут экзотические цветы гибискуса. По пляжу, нисколько не опасаясь любопытных взоров путешественников, разгуливают олени и дикие лошади, а в зарослях порхают невиданные птицы. Самый популярный среди нудистов Коверсада в Хорватии занял 9-ю позицию. Адриатическое побережье Хорватии по праву является центром мирового нудизма. Уже который год оно занимает первое место в мире по плотности нудистских пляжей и курортов. Самый популярный нудистский курорт Коверсада находится на полуострове Истрия в устье Лимфьорда. Он раскинулся на площади около 120 гектар, покрытый соснами, ракитником и оливковыми деревьями. В ресторанах этого курорта без всяких проблем можно отобедать совершенно обнаженным. На 8-м месте самый тихий пляж Ламбок, Индонезия. Индонезийский остров Ламбок – идеальное место для тех, кто ценит уединение, тишину и спокойствие. Здесь велика вероятность того, что за все время отдыха вы ни разу не встретите других туристов. В единственном отеле The Oberoi Lombok всего 20 вилл категории люкс, которые разбросаны по всей территории пляжа. Самый лучший топлес-пляж мира – South Beach, Майами, на 7-м месте. Журнал Forbes признал знаменитый флоридский South Beach лучшим топлес-пляжем мира. Его неизменный девиз – смотреть самому и показывать себя. На South Beach оголяют свои прелести не только ядовые туристы, но и голливудские звезды. 6-е место получил лучший городской пляж Копакабана, Бразилия. Знаменитая Копакабана в Рио-де-Жанейро – это бесконечный бразильский карнавал, коктейль из праздничной эйфории и ощущения беззаботности жизни. Каждый декабрь на этом пляже собирается около 3 миллионов человек, чтобы встретить Новый год на берегу океана. 5-е место занял самый чистый – Варадеро, Куба. На протяжении нескольких последних лет знаменитые кубинские пляжи Варадеро признаются самыми чистыми в мире. Здесь находится самый большой коралловый риф в Карибском море. Туристы приезжают в Варадеро именно за ласковым морем и чистым песком, а не за бурной ночной жизнью. Самый фотографируемый на Сейшелах Анс-Сурс-Дарджан занял 4-е место. Красоты этого уединенного пляжа на Сейшельских островах – магнит для фотографов, профессионалов и любителей. Он состоит из нескольких бухточек, разделенных громадными гранитными валунами причудливой формы. Они перемежаются с пальмами, под которыми можно найти огромных пальмовых крабов. 3-е место занял самый модный Лас Салинас, Ибица, Испания. Репутацию самого модного пляжа в мире давно завоевал Лас Салинас на испанской Ибице. Здесь устраивают свои фирменные вечеринки лучшие в мире клубы и диджеи. На танцполах зажигают представители художественной богемы, миллионеры, модели и просто известные персоны. Ибица не только самый модный, но и самый дорогой курорт мира. Чтобы отдохнуть здесь в полную силу, нужно рассчитывать на траты в размере не менее $100 в день. 2-е место занял самый длинный Кокс-Базар, Бангладеш. Этот пляж протянулся на 120 километров вдоль всего побережья от города Читтагона до границы с Маньямой. Один из самых местных аттракционов – зрелище солнечного заката. Ну и, наконец, 1-е место принадлежит самому красивому пляжу Pink Sands Beach – Багамские острова. Своим названием пляж Pink Sands Beach на Багамском острове Харбор обязан сказочно-розоватому песку, который на фоне лазурного моря и неба производит на отдыхающих потрясающее впечатление. Дайвинг на пляже розового песка считается одним из лучших в мире. Этот райский уголок давно облюбовали для своих загородных домов голливудские звезды Робин Уильямс, Сьюзен Сарандон, Кейт Ричардс и другие. Выбор за вами! Путешествуйте! От путешествий только польза!